ты потанцевал один раз, то эта девушка с тобой должна танцевать весь вечер. Нет. В ресторане московском можно подойти и пригласить даму с другого стола. А в Грузии, в Тбилиси, это считается диким. В Грузии, когда был, мне прислали на стол две бутылки сухого вина. И что я должен делать? С собой унести неприлично считается. Должен выпить все. С какой стати? С какой стати? Что я делаю в Тбилиси? Я больше не хожу в грузинский ресторан. А вот в Москве, в грузинском ресторане, мне это уже не делают, зная прекрасно, что мы, русские, такой обычай не воспринимаем. Ты мне даешь подарок, я унесу домой. Я не собираюсь вливать в себя 2 литра вина. А у тебя так принято, вот давай в твоем грузинском селе так и делай. То есть мы должны соблюдать на каждой территории те обычаи, традиции, которые есть. И тогда не будет проблем. Очередь. Русские стоят в очереди все. Некоторые южные народы, а что я буду стоять в очереди? А я без очереди. Начинается конфликт.